делается-то? Я ж на лыжах никогда не каталась. Понятия не имею, как это все пристегивается. В общем, я не знаю, как это надевать. А, мы уже пишем, что ли? Всем привет! В эфире проект «Суперстар». Проект о людях, которым солидный возраст не мешает творить великие дела. И мы начинаем второй сезон. Встать на лыжи я решила не случайно, ведь на них катается наш сегодняшний герой. Он, кстати, и меня обещал научить, но вот только что-то он опаздывает. Извините, вы мне не поможете! Борис Сергеевич Дьячков недавно отметил 90-летний юбилей. По профессии бывший физик-ядерщик, по призванию горнолыжник. В 60-х вместе с единомышленниками своими руками создали базу под Вишневогорском. Мужчину называют основоположником горных лыж на Южном Урале. Молодые спортсмены считают его молнией и ураганом. Угнаться за ним практически невозможно. У Бориса Дьячкова была мечта создать горнолыжный курорт. И он с уверенностью заявляет, он осуществил ее. Здравствуйте, Борис Сергеевич. Я вас, честно говоря, в костюме даже и не узнала. Ну, на лыжах вы, конечно, стоите очень уверенно. Скажите, сколько лет вы уже катаетесь? С 62-го года, это 56 лет, проводили занятия горными лыжами на небольшом склончике, на берегу озера Силач. Возглавлял у нас один товарищ. Он свердловчанин и поступил к нам на работу и был хорошим спортсменом. Впервые он показал нам, как можно двигаться на горных лыжах. Подыскивали подходящие места для катания, протаптывали, ставили палочки и по ним начинали тренировать повороты. Ну, пока мы протаптывали, мы не заметили, как он уехал, возвращается, говорит: «Ребята, я нашел место, где можно остановиться на постоянно». Он нашел вот это место. Столько, сколько сделал Борис Сергеевич для этой трассы, вряд ли можно найти еще кого-нибудь. Причем теперь получается, что Дьячков и Вишневая гора – это неразделимое понятие. Если говоришь Дьячков, понимаешь, что это так. Искали возможность, как все-таки сделать на Вишневой горе подъемник. И вот Борис Сергеевич, один из тех, кто случайно, может, даже это узнал, что есть брошенный подъемник, он организовал вывоз, разборку этого старого подъемника, перевоз сюда, оборудование. Но у вас, говорят, даже секция была, где вы обучали детей кататься на лыжах. Я занимался сам это обучением. Мы позднее уже организовали секции внутри города. Человек 10 молодежи. Кстати, учил очень тщательно и качественно, так сказать, и добросовестно относиться ко всему этому делу, включая подготовку трасс, подготовку инвентаря там, и так далее. Но самое главное, это, вот, пожалуй, одно из важнейших его качеств. Он невероятно уверенный в успехе предпринятого человека. И эта уверенность, так сказать, и вера передается всем, кто его окружает. Это же подарок судьбы. И Борис Сергеевич как раз оказал очень серьезное влияние в то, что мы смогли вовремя этот подарок судьбы оценить. Теперь не только, как говорится, там, те, кто с ним начинал, катаются, но и дети, и внуки тех, кто с ним начинали, они в обязательном порядке появляются на этой горе, получают удовольствие от этого. И я надеюсь, что вот это вот его начало, оно будет продолжаться в детях и внуках. Он физик-экспериментатор. То, что заложило поколение, которому принадлежит Борис Сергеевич, породило добрую традицию отдыха, потому что спуск с горы в этот момент ни о чем другом, кроме как о спуске с горы, думать не приходится. И это великолепный отдых. Борис Сергеевич, скажите, а вы меня сможете научить кататься? Да, конечно. Пожалуйста, могу. Давайте попробуем. Подождите! Подождите, я так быстро не могу! Пожалуйста, только держите меня.
Да? Ое! Я смогла. Палками держись, а то да. Сейчас. Не все сразу. Теперь поперек лыжи ставь. Ребята, может, снимем? Есть элементарные движения. Это плугом. Плугом, так что. А плугом это вот так вот. Расставляешь ноги. Ноги вот. Вот так вот. И что с этим делать? На них. И начинаешь движение. Вот, понимаешь, его. Вот так вот. То я, по-моему, поеду только назад. Вот, вот это элементарное движение. А потом представляешь ногу. Так, то есть это должно быть вот так, да? Да, вы да, шире, шире вот. Шире, да? Вообще садитесь на них. Шире. Я не могу на них катиться, мне все равно хочется на них идти. Класс! Вот это я понимаю, техника. Это очень здорово. Честно говоря, если бы я сам не увидел, то, наверное, не поверил бы, что в 90 лет человек может не просто сохранять хорошую физическую форму, но и удовлетворять такое на горе, быть лыжником. Очень тяжело, наверное, просто дожить до такого возраста, а еще в такой хорошей физической форме находиться в этом возрасте, наверное, очень сложно. Но ему, наверное, повезло больше, чем многим. Я ему так по-хорошему завидую. Молодец. У него хорошая координация, у него голова с ногами дружит в таком возрасте, это очень важно. И вот он уже своим этим катанием доказал, что горнолыжный спорт является залогом долголетия. А теперь еще и мы пришли, вот когда кататься уже в таком зрелом возрасте. Я себе цель поставила, я хочу докататься до такого возраста еще в добром здравии. Мечта как раз создать вот эту базу, вывести подъемник. Вряд ли кто-нибудь без меня это мог бы сделать. Летом занимаюсь садоводством, как все копать в земле, это грядки и все прочее. Вот. А зимой, конечно, это для меня зима более приятный сезон для меня. Я получаю больше удовольствия здесь. Думаю, что если Бог да. Скажите, а ваши дети, вот ваши родные, близкие, как относятся к вашему увлечению? А я как бы прописан здесь, понимаете ли? Представляете, с 1973 года я уже как бы прописан здесь уже. Домик построили, и мы здесь все время бываем в этом домике. У нас, получается, две линии в семье. Дедушка у нас лыжник и физик, бабушка у нас музыкант. Ну, а я по чуть-чуть, наверное, и у дедушки его спортивную жилку унаследовала, и бабушкина уже прошла профессионально. Конечно, она там не ставила каких-то ультиматумов. Вместе они этим не занимались. Ну, когда-то поддерживала, когда-то немножко и ревновала. А как без этого? Ну, она с семьей, с двумя детьми маленькими, а он на горе, у него все вершины, у него все различные цели какие-то. Он такой у нас очень деятельный всегда был. Он меня тоже поставил на лыжи. Вот мы сейчас нашего старшего пытаемся тоже поставить. Вот. Но ему не хочется пока. Не знаю, сколько я смогу еще, но я, так сказать, пока чувствую, что еще у меня есть желание. Я буду приезжать сюда. Финиш уже приближается, но хотелось бы притормозиться перед этим финишем. Здесь получается все наоборот. Если к финишу стремятся, как можно быстрее его перескочить, а вот мне приходится подтормаживать, чтобы его не перескочить. Потом у меня на будущий год права заканчиваются. Не знаю, если там есть какие-нибудь возрастные ограничения. Продлят меня. А? Для вас, ну, это самое, так сказать, закон есть законом, так что могут сам это и
и зарубить, так что автоматически придется приезжать, только если кто-нибудь захватит. Есть ли у вас наставление для более молодых людей? Чтобы нормально жить, значит, нужно нормально двигаться. А чтобы двигаться нормально, это нужно выбрать такой вид спорта, чтобы это этому способствовал. Вот. Это может быть фигурное катание, может горные лыжи, еще что-то. В общем, выбирайте это самое и вставайте. Ну что, Борис Сергеевич, с вас смело можно и даже нужно брать пример. Ну что, берите пример. Мне уже 90 лет, а я еще не собираюсь заканчивать. Так что на будущее еще покатаемся. Прощайте. Ну что, урок Бориса Сергеевича явно пошел мне на пользу. Если раньше я была равнодушна к горным лыжам, то сейчас я буду каждую зиму приезжать на склоны, чтобы обязательно покататься.